Всем привет, друзья, снова я, People Melon, и сегодня мы снимем, точнее, я сниму обзор на Melon Playground 15.0. Я знаю, что эта версия сейчас не всем доступна, ну, точнее, это только бета-версия, фулл скоро выйдет в Play Market, ну, а пока, так как для того, чтобы скачать 15.0, надо удалить оригинальный 14.5.5, а у меня там много модов, я решил с другого телефона скачать 15.0, так как там не было Melon Playground. И модов. Так, ничего тут у нас пока не изменилось. Мы нажимаем play. Карты. Это совершенно новый Melon Playground. Карты тоже ничего не добавили. Давайте зайдем на космос. Go. Я тут говорю... Да, много всего. Так, что у нас тут? Блин, лагает сильно. Так, у нас тут реклама. И лазер ган, брост ган, пейнтбелл ган. Угу. Все за лазер голосуют. Да, вот это бомба фантастик. Во, мистер бомбастик, бомба фантастик. Так, еще что у нас? Ветер, ну все. Остальное у нас. Скип тутуриал. Ууу, ё-моё, Мелона колбасит. Так, это у нас что? Так, это у нас что? Телефон садится, да? Так. А, это у нас взрывы. На. Окей. Это у нас заморозка. Ну все. Можно заморозить, да, круто. И самое последнее, это отталкивание. В принципе, очень прикольные вещи. Мне нравится. Сразу три функции. Так. Также снег в космосе, это как-то ненормально. Ладно. Go, go, go. Что у нас по ружкам? Сюда у нас ракетка добавилась. Мы потом посмотрим, зачем она нужна. Здесь бомб ничего не добавилось. Тут тоже ничего не добавилось. Тут тоже. Из одежды что у нас? Шорты. Шорты у нас добавились. У нас добавились шорты. Может быть, легче мини-фильмы какие-нибудь снимать. Механизм тоже ничего новенького. Самое интересное. Джип. Ё-моё. Ну все. Старт драйвинг. Хилл клин прессинг. Подождите. Ой, ё. Я еще, насколько знаю, ее можно сломать, да? Да, ее можно сломать. Вот она сломалась. Блин, самая бомба фантастика, знаете? Это самое новое, то, что добавили в этом обновлении. Самое крутое. Так, тут ничего. Самое интересное у нас вот тут-то получается. Теннисный мячик у нас есть. Теннисный мячик. Можно взять, попробовать поиграть в футбол. Ой, бадминтон. Далее у нас тут есть что? Так, у нас есть футбол, не мячик. У нас есть ворота. Гол. Так, у нас есть баскетбольное кольцо и мяч. Ну все, проверка. Ай, забили гол. Крутой Мелон гол забил. Топ вообще. Так. Короче, отдельная вкладка спорта появилась. Машины. Кстати, машины, знаете, если сделали отдельную штуку для машин, это означает... Сетрансформ. А это означает, что скоро может добавить следующие машины. Можно ей фоллоу прописать где? Хилл клин прессинг в Melon Playground. Конечно, на Луне не так легко и управлять. Мне кажется, на другой карте легче будет. Да. Па-па-пау, пиу.
Пью, окей. Давайте мы зайдем на другую карту. Там будет легче управлять, наверное, этой машинкой. Давайте зайдем на вот эту самую большую карту и будем тут ей управлять. Так, машинка. Ставим. Старт драйвинг. Кстати, звуки. Слушайте. Вот это нифига. Вот это звуки, ребята. Я думаю, заслужено это обновление. Скоро, кстати, если она выйдет, как только она выйдет, я, наверное, в сообществе опубликую, скажу. На этом я, наверное, спасибо. Вот, видите, тут ни одного мода нету на этом телефоне. На этом я, наверное, буду с вами прощаться. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это был вот такой небольшой обзор 15.0 Melon Playground. Всем спасибо, всем пока-пока.